Всем привет! Сегодня у нас 20 ноября, суббота. Вот первый раз в этом году выбрались на зимнюю рыбалку. Народ как бы есть. Погода пока что градусов 14 на улице минуса. Днем обещают где-то минус 8, минус 6. Вот так вот я расположился, запалил сухое горючее, приступаю к рыбалочке. Наверное, кое-кто задается вопросом, почему всегда на зимнюю рыбалку рыбаки берут так много удочек разных с собой. Постараюсь сейчас это вкратце объяснить. Когда на улице 20-30 градусов мороза, иногда и пальцы не сгибаются, не говоря уже о том, чтобы перевязать мормышки, поэтому на каждой удочке одета уже изначально дома готовая снасть, чтобы на рыбалке, не заморачиваясь, пробовать разные варианты ловли. Вот, допустим, вот эта вот у меня удочка большая, она под блесна. Вот на этой у меня стоит чертик, который с зелененьким. Здесь вот у меня стоят мормышки, ну и так далее. То есть на всех разные снасти. Вот такой вот очень простой ответ, для чего рыбаку на зимней рыбалке так много удочек.